Всем доброго дня. С вами Вячеслав Кипкаев. Я представляю вашему вниманию настенный котел корейского производства Навьен, который у нас пойдет под замену. Данный котел поработал 3 года. Вернее, в эксплуатации был 3 года. За 3 года здесь на нем, со слов хозяйки, поменяли вторичный теплообменник контур ГВС, поменяли плату управления, вот эту вот, вот она. Поменяли первичный теплообменник, контур отопления. Ну и, по-моему, насос еще поменяли. Сейчас он худо-бедно пыхтит. Там не видно. Вот, работает он сейчас на отопление, но он у нас идет под замену. Значит, так, его мы будем менять на котел настенный Bugatti. Вот он сейчас стоит здесь у нас. 24 турбо. Завтра мы его запустим. Вот у него здесь контур на отопление, 2 рукоятки, все просто. На ГВС прибавил, убавил. Ну вот он завтра у нас будет в работе. Этот котелок. Ну, соответственно, 3 года гарантии я на него дам. Год бесплатного технического обслуживания тоже я дам. Ну, собственно, у нас он будет служить верой и правдой годами. Котел очень надежный. Так, ну все, всем пока, всем привет.